Что ж, поскольку моя новая аудитория больше любит видео по Sons of the Forest и самому The Forest, я решил зайти в Google новости и посмотреть, вдруг что-то новое вышло на тему Sons of the Forest. И я наткнулся на статью с интересным названием «Системные требования Sons of the Forest. Какая конфигурация должна быть у вашего ПК?». И вроде время выхода статьи не так уж и далеко, так что звучит многообещающе. Итак, бла-бла-бла, тут информация о том, что нам дали трейлеры, геймплей и прочую хрень. Вот оно, системные требования. Давайте посмотрим. Минимальные системные требования. Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц, оператива 4, Windows 7, видеокарта NVIDIA GeForce 8800 GT. Чего? Ну вот запомните это. Рекомендуемые требования. Может быть там что-то получше будет. Оператива 4, винда 10, GTX 560. Окей, давайте уясним. У NVIDIA 8800 GT всего 256 мегабайт видеопамяти. А в рекомендуемых настройках GTX 560, которая имеет 1 гигабайт видеопамяти. То есть вы хотите сказать, что игру, имеющую вот такую вот графику, потянут такие видяхи, и это уже я молчу о процессорах. Ну, давайте вот не смешите меня, пожалуйста. Дальше они пишут, что игра выйдет в 2021 году и все такое. Но откуда тогда вам знать инфу о нужных для нее комплектующих? Даже чел в комментах пишет, что это фейк. Ну, я тоже напишу, я шо, хуже что ли? В итоге, я решил посмотреть, какими были характеристики для оригинального The Forest, и я подохренел. В этой статье просто указаны данные первого The Forest. Но такой наглости я еще не видел. Точно, один в один. Это я просто в шоке. Вплоть до, блин, свободного места на диске. Окей. Тут я решил чекнуть, кто написал эту статью. И я как только зашел на все статьи этого человека... У Земли была токсичная атмосфера? Чего? Ладно. Короче говоря, это фейк, поэтому не ведитесь на такие статьи, тщательно проверяйте факты. Посмотрите переводы интервью настоящих, которые были. У меня 3 видео. Вы узнаете много нового, даже то, что не видели в других видео по интервью. Короче говоря, блин, смотрите другие видосы. Буду вам очень благодарен, не только по Sons of the Forest. Всем удачи, всем пока.